Сегодня я расскажу про наши комбинезоны с плащевой тканью. Значит, с плащевой тканью в настоящее время мы шьем два вида комбинезонов. Это комбинезоны с короткими меховыми воротниками и комбинезоны с воротниками шапка. Сначала я расскажу про комбинезоны с короткими меховыми воротниками. Значит, они отличаются для мальчиков и для девочек, они разные. По максимально закрытые. Это комбинезон для девочки. Соответственно, это комбинезон для мальчика, соответственно, с отверстием на животике. Значит, состав данных комбинезонов. Молния на спине. Значит, сначала мы одеваем комбинезон на голову для удобства, потом одеваем на собаку и закрываем молнию. Комбинезон состоит из трех слоев. Первый слой — это плащевая ткань. Мы используем только плащевую ткань с мембранной пропиткой. Второй слой — это синтепон. И третий слой — это флис. Обязательно на всех моделях светоотражающие полоски. Воротничок меховой на утяжке. И такая же абсолютно аналогичная модель для мальчиков, только с отличием по половому признаку. Абсолютно идентичная модель. С молнией. Точно так же одеваем на голову, застегиваем молнию. Следующая модель — это модель с воротником шапкой. Какие здесь отличия? Ну, конечно же, воротник шапка длинный, который может использоваться как шапка. Можно его отвернуть, и это будет просто шикарный меховой воротник. На данном воротнике обязательно есть отверстие для поводка. И обязательно существует два вида утяжек — на шее и на мордочке. Дальше, на данном комбинезоне существуют еще утяжки на талии, да, можно затянуть по размеру. Он тоже трехслойный, это плащевая ткань с мембранной пропиткой, это флис и синтепон. И эти комбинезоны также отличаются по половому признаку. Данный комбинезон на девочку, как видите, и такой же точный комбинезон на мальчика, пожалуйста. С воротником шапкой, с мехом, с отверстием для поводка, с утяжками на талии, на шее и на мордочке.